никакого еврейского или одесского акцента. Он просто русский еврей. Яков Вениаминович говорит очень сбивчиво, а иногда очень отчетливо и ясно. А иногда впадает некое забытие. Я думаю, что если бы даже там была Белоснежка и семь гномов, а там Макбет, все равно волнение за тот или этот спектакль было бы одинаково, потому что фестиваль обязывает к этому волнению, и мы к нему готовы. Который нацелился в отца и кричал о том, что шитовская рожа должна отдать деньги золотом. Это русский еврей, который прожил 100 лет от начала революции до наших дней. А меня выкинули из комсомола. И из машиностроительного института, где к тому времени я уже учился. Подросток был. Допрос, на который я ходил, закончились без затей. Ой, вообще за душу берет. Я там плакала. До сих пор. Актер очень справился вообще со своей задачей. Очень такой эмоциональный, глубокий рассказ о судьбах Родины, я бы сказала. Вот это, наверное, то, чего сейчас зачастую не хватает. Мне очень понравился спектакль. Мне кажется, он о душе каждого человека, о том, что мы испытываем, когда мы взрослеем, когда мы набираемся опыта жизненного. Потрясающий, невероятный актер преображения, колоссальное. Да? Ты ему веришь каждому слову сразу в спектакле, сразу же ты в действии, ты сразу воспринимаешь все, что есть, и веришь этому. Участником конкурса – это достаточно ответственное мероприятие. А если ты еще и заявлен, если у тебя еще и главная роль, то мандраж есть. Ну когда же ты сойдешь? Раз, два. Ну что же ты? Пора за работу. А ты испугался. Фу, солдата, какой трус. После того, как дело будет сделано, кто осмелится нас спрашивать? Кто мог подумать, что в этом старике окажется столько крови? Вы слышали? Спектакли, конечно, особенные, потому что все равно вдвойне волнуешься по этому поводу. Тем более, что Шекспир – автор, драматург непростой, но всегда лакомый кусочек и для актера, и для зрителей. Поэтому я надеюсь, что сегодняшний спектакль найдет отклик в сердцах зрителей, не оставит никого равнодушным. Я, значит, англовиский, но жив и здравствует Кондорский, да. И сделаться им так же невозможно, как трудно стать шотландским королем. Получить максимум удовольствия, потому что все-таки это праздник. Это праздник и не только театра, это праздник и зрителя. Очень здорово, очень круто, очень понравилось, зрелищно. Рок прям был такой, очень здорово. Было очень приятно, и все три часа прям
сидел как завороженный. Очень понравилось. Очень понравилось, очень необычно. Прекрасные актеры, прекрасное исполнение, прям вообще прекрасно. Мы ожидали совсем другого, чего-то такого, не современного. От Макбета, как бы от Шекспира, можно было вот 11 век там ожидать что-то вот средневековое, но показали как на современный лад, и очень интересно было. Нам очень понравилось, да. Удалось сходить до долгое время в театр, и такая постановка незабываемая, очень понравилась. На протяжении всего спектакля сохранялось психологическое напряжение. Из-за этого было все интереснее смотреть. Спектакль понравился очень, очень профессионально и захватывает. Мне понравилось.